полях Калининградской области началась зеленая жатва. В колхозе имени Горького 27-й год встречают ее вместе два героя социалистического труда. Председатель правления Василий Игнатьевич Шуринов и бригадир Валентин Александрович Смирнов. Вместе когда-то начинали, вместе организовали дело так, что сегодня почти все работы на заготовке кормов механизированы. Будет здесь коровам вдосталь и сочного силоса, и душистого сена, и травяной витаминной муки. Колхоз имени Горького, награжденный орденом Ленина, из года в год увеличивает продуктивность полей и ферм. Он много раз выходил победителем во всесоюзном и республиканском соревнованиях. На базе передового хозяйства был проведен семинар партийно-хозяйственного актива области, который открыл первый секретарь Калининградского обкома КПСС Николай Семенович Коновалов. Участники семинара – секретари горкомов и райкомов партии, председатели райисполкомов, директора агропромышленных объединений знакомились здесь с передовой организацией работ. Хозяева продемонстрировали гостям комплексную механизированную заготовку сена по различной технологии. Смоленщина. И сюда пришла сенокосная страда. В совхозе Жуковской на зеленые поля, где буйно поднялись травы, вышли все уборочные агрегаты. На огромном массиве здесь посеяна для кормовых целей и озимая рожь. Из нее получается особенно питательный сил. Большие площади заняты в хозяйстве и под многолетние травы. Свыше 1000 тонн зеленой массы уже уложено на хранение в траншеи. Но это только начало. Корма надо заготовить с запасом. Ведь в хозяйстве откармливаются без малого 20 тысяч свиней до около 2000 голов крупного рогатого скота. Выполняя продовольственную программу, труженики совхоза Жуковской наметили сдать в этом году государству более 4000 тонн мяса.